2021 год стал последним годом работы на московских линиях трамвайных вагонов «Татра-Т3». Впервые они появились в Москве почти 60 лет назад, в 1963 году. Сейчас это самый старый вид подвижного состава московского общественного транспорта. На начало 1960-х годов трамваи, выпускавшиеся в Праге, были весьма прогрессивными по мировым меркам. Первое поколение Т3 имело две двери, переднюю и заднюю, и не умело работать в поездах по системе многих единиц. В 1975 году научились, и к концу советской эпохи по Москве ходили не только двойные, но и тройные поезда из Татр. Например, на самом загруженном маршруте номер 5, из Медведково до Белорусской. И дверей в поздних Татрах, которые до недавнего времени ездили по Москве, было уже три. Татры были не только удачны конструктивно, но и в первую очередь изящны. В бело-красной окраске, что в Праге, что в Москве, они смотрелись так же красиво на городских улицах, как и современница 21-я Волга. В 80-е годы Москва стала городом тысячи татр. Других моделей на столичных линиях просто не было. Из-за этого, кстати, пришлось убрать несколько полезных маршрутов. Татры не справлялись, например, с крутыми уклонами Рождественского бульвара, которые брали старые модели вагонов. Татра-Т3 – один из самых массовых трамваев за всю историю мирового трамваестроения. Было выпущено около 18 тысяч единиц, с учетом модификаций. Из них более 11 тысяч попали в СССР, что превышало парк в Чехии, где Т3 был основным трамваем. А со временем у Татры-Т3 появились дети и даже внуки – модели, которые представляют его модернизацию той или иной степени глубины. Конечно, московские Татры ремонтировали и модернизировали на московском трамвайно-ремонтном заводе. Именно поэтому составы оказались настолько живучими. Но это не могло продолжаться бесконечно. Время берет свое, и старые Татры постепенно вытеснялись новыми вагонами. Впрочем, какими бы ни были душевными эти вагоны, в них масса неудобств. Высокий пол, низкие окна и вентиляция салона. В настоящий момент трамвайные вагоны массово передаются в регионы России, а Москва попрощается со своим трамвайным символом, ведь трамваи Татра Т3 навсегда уйдут в историю.